Всем привет, с вами Свет, и сегодня мы сделаем парочку эволюций в Pokemon Go. Я уже заранее продавал ненужных мне покемонов, ну и давайте приступим. Так, сегодня будут у меня и новые покемоны. Вот, мы будем делать из Леди Ан. Вроде так и правильно. Божья коровка. И сколько у нее комбат пауэра? Ну такая себе. Ну, хоть посильнее, но я думал, она будет лучше. Давайте дальше. Вот еще у меня интересная зверушка, так сказать. Прикольно. Ну и, как я говорил, новый покемон. 611. Вода и... снег, холод. Так, дальше. Что у нас тут еще? А, точно. О, хоть он и слабоватый, для опыта. Жалко, что нет яиц, которые опыт увеличивают. Так бы сейчас, наверное, вкачали бы новый уровень. Ой, я забыл посмотреть, сколько у него комбат пауэр. Ладно, пофиг. Главное, что вы видели, сколько у него. Спиро. О, отлично. У нас единственное? Да, единственное Спиро. Давайте. Качнем. Вах. Такая птичка. Ну, у меня, конечно, была такая уже птица. Ну, 807 нормально. Нормально. Немножко не хватает до еще одной эволюции центрит. И Свинуб, которых у нас дофига. И второй эволюции тоже у нас уже дофига. Штуки 4, так 5. 804, так, ну такой себе. У меня, по-моему, да, у меня посильнее есть. Так, кто тут у нас еще есть? Давайте. Кто там у нас? О, нужен чувак. Я их ловлю грейтболы, потому что у меня закончились обычные покеболы. Так, отлично. О, 3160 опыта и почти новый уровень. Еще 800. И у нас... давайте поймаем его для уровня. Чтоб у нас был уровень новый. Раз, два, вот зараза. Ой, у нас еще и два покебола осталось. Давай тебе бананом дам.
Так, ты должен попасть. Раз, два, три. Есть. Отлично. Сейчас еще кто-нибудь должен попасться нам. Опять мы отошли куда-то. Так. Давайте опять вернемся к нашим баранам. Ты нам что скажешь? Ничего. Катерпи, я Катерпи могу улучшить. Где она? Катерпи, привет. Я не помню, за сколько дается за улучшение вообще. Метапод. Так. Может, мы еще кого-то можем улучшить из маленьких покемонов? Этого нет. Этого уже нет. Тоже нет. О, еще две конфетки, и будет у нас Беллспроут. Кубон, что у нас тут? И Кубон скоро подойдет. Относительно скоро. Так, кто у нас? Гастли? Нет, Гастли у нас не может еще. Что-то последнее время гипно мало. И их первых эволюций. Так, кого мы еще можем улучшить? Эволюционировать. О! Или тебя? Не, тебя. У него хоть и мало комбат пауэра, по-моему. Но все равно. Мы должны за сегодняшний, так сказать, выпуск вкачать всех. Ну, вкачать до 20 уровня свой профиль. 424. Кто у нас тут? Поливак. 25, анонс, 19 конфет. Ротата. Можем ротату улучшить. Два раза, кстати. Сейчас я еще кого-нибудь продам. Скрей или как его там? Не помню. А, Эротикейт. Сколько нам нужно? Нам нужно еще две конфеты. Ну, короче, вот этих продам. Ай. Вот так вот, оп. И еще одна Эротикейт. Отлично. 356 комбат пауэра. По-моему, мы уже вкачали всех покемонов. Да, похоже, это так. И что? Да, и у нас новый уровень. Yes. О, сколько много всего дали нам. Круто. И как раз нам дали вот это вот яйцо. Ну ладно, в общем, вот такой вот был интересный у нас выпуск. Мы вкачали себе 20 уровень. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока!